Осенью 1917 года признаки утомления и желания заключить почетный мир с Германией стали проявляться и во Франции. Часть политиков, в том числе и занимающих министерские посты, считала, что жертвы, которые принесла Франция в Великой войне, чрезмерны, что они угрожают будущему французской нации. Эта часть политиков пыталась хотя бы сделать несколько шагов по направлению к обсуждению проблем перемирие. Но все это блокировалось партией войны, которую возглавлял неистовый Жорж Клемансо. Жорж Клемансо уже отправил в течение 1916-1917 года несколько составов французского правительства в отставку. Клемансо, которого звали «Тигр», был не очень разборчив в аргументах. В своих речах он часто использовал и слухи, и сплетни, но его речи очень нравились патриотически настроенной части французского общества. «Моя внутренняя политика – война. Моя внешняя политика – война. Я повсюду веду войну», – говорил Клемансо. 16 ноября 1917 года, после отставки очередного французского правительства, премьер-министром стал «Тигр» Жорж Клемансо. Из дневника президента Франции Пуанкаре. «За этого человека-дьявола высказываются патриоты. И если я его не призову, легендарная сила Клемансо станет источником слабости любого другого кабинета. Я вижу ужасные недостатки Клемансо. Его безграничное самомнение, импульсивность, легкомыслие. Но имею ли я право отвергнуть его, если не могу найти другого человека, отвечающего требованиям обстановки?» Для Франции ситуация в войне в этот момент была трудной. В России власть захватили большевики. Италия вот-вот могла потерпеть полный крах и выйти из войны. Правда, во Францию уже начинали прибывать американские войска, но их обучение должно было затянуться до самого лета 1918 года. В Северной Италии в начале ноября продолжалось неорганизованное паническое отступление итальянских войск после сильного германо-австрийского удара при Капоретто. Итальянцы с первых дней своего участия в Великой войне упорно сражались в долине реки Изонца, предпринимая одну за другой 11 наступательных операций. Австрийцы, значительно уступая в численности войск, хорошо использовали особенности горного характера местности. В результате к осени 17 года Италия потеряла около 800 тысяч солдат и офицеров. Слабая техническая оснащенность была главной причиной итальянских неудач. Но и австрийская армия уже не была надежной, поэтому вся тяжесть нового наступления в битве при Капоретто легла на дивизии под командованием немецкого генерала Отто фон Белого. Внезапность была главной тактической причиной катастрофы итальянской армии. Вторая армия Италии не только не ожидала мощного германского удара, но и перегруппировывала свои ряды для нового наступления. Сражение, которое началось 24 октября, в ноябре превратилось в преследование беспорядочно отступавших итальянских войск. Вторая армия израсходовала боеприпасы, взять их было негде, потери составили более половины воинов. Вынуждены были оставить свои позиции 3-я и 4-я армии под угрозой окружения. Встал вопрос об обороне крепости Венеция. Итальянский главнокомандующий граф Кадорна попросил немедленной помощи у союзников. На совещании с генералами Фошем и Робертсоном он заявил, что для обороны Италии необходимы 20 союзных дивизий. Фош и Робертсон ответили, что помощь будет оказана, но судьба Италии зависит от образа действий и стойкости итальянской армии. В течение первой половины ноября на итальянский фронт были направлены 11 англо-французских дивизий, но в боях они смогут принять участие только в начале декабря. Шестидесятисемилетний генерал, граф Луиджи Кадорна, начальник штаба Верховного Главнокомандования итальянской армии, отличался крайней строгостью, суровостью и жестокостью. Кадорна отстранил от командования сотни генералов и высших офицеров. В 11 сражениях на Изонца действовал прямолинейно, не считаясь с потерями.
не имел доверительных отношений с командующими армиями и их штабами. Надменный и самоуверенный граф Кадорна был уволен с поста главкома 8 ноября 1917 года, когда поражение под Капоретто угрожало катастрофой для всего итальянского фронта. Постепенно итальянцы учились организованно отступать, занимая выгодные для последующих боев позиции. К 26 ноября активное продвижение германо-австрийских войск закончилось. Германские дивизии тоже понесли потери, устали. В батальонах оставалось по 200-300 бойцов, заканчивались боеприпасы, а итальянцы разрушали дороги и взрывали мосты. 14-я немецкая армия вынуждена была прекратить наступление. Германский прорыв под Капоретто относится к самым плодотворным и блестящим операциям Великой войны. Только пленными итальянцы потеряли около 300 тысяч человек. Фронт остановился в 150 километрах от Капоретто. Под угрозой германского завоевания оказалась вся Северная Италия. Но главная цель – вывести Италию из войны – центральными державами достигнута не была. О самой крупной военной катастрофе в истории Первой мировой войны можно прочесть в романе Эрнста Хемингуэя «Прощай, оружие». Автор был участником этой битвы и получил едва ли не полтора десятка ранений от мелких осколков разорвавшейся мины. Но у Хемингуэя описано крушение итальянского фронта, но не причины этого события. Конечно, дело не в отсутствии стойкости у солдат второй итальянской армии и не в пропаганде социалистов, которые, как говорят, пропагандировали пораженчество. Итальянская армия не была подвержена разложению политиканами, как российская. Основными причинами крушения итальянского фронта были чисто военные. Дело в том, что итальянская разведка прозевала сосредоточение свежих войск противника на направлениях главных ударов, а итальянское командование даже не подозревало о том, что кроме свежих австро-венгерских войск на этом участке появились отборные германские дивизии, оснащенные тяжелой артиллерией. На Западном фронте 6 ноября вторая канадская дивизия сумела захватить то, что осталось от бельгийской деревни Пашендейл. Завершилось третье сражение при Ипре, которое началось в июле 1917 года и стало, пожалуй, одним из самых бессмысленных, кровопролитных и ненужных, несмотря на уверенность английского главнокомандующего Дугласа Хейга в обратном. В жутких трясинах на полях сражения вокруг Пашендейла погибли 70 тысяч английских солдат и офицеров, более 170 тысяч были ранены. В Англии негде было взять новых солдат. К концу 17 года были мобилизованы все резервы. У Великобритании оставалось, правда, еще одно средство, которое могло ей принести успех в наступлении против немецкой обороны. Опыт боевого применения танков на Сомме и в других сражениях показал, что конструкция первого английского танка была далека от совершенства и привела к большим потерям. Малонадежные механизмы, слабая броня, при низкой скорости движения, а также незащищенность приборов наблюдения – по этим и другим причинам машины часто выходили из строя. Изучая особенности боевого применения танка, конструкторы внесли необходимые изменения. Так, например, у англичан были сняты два задних колеса на английском танке, так называемый хвост, который был достаточно уязвим для снарядов противника. Был изменен глушитель, и выхлопные трубы больше не демаскировали танковое движение. До 12 мм возросло бронирование, и скорость выросла с 6 до 7,5 км в час. В течение 1917 года в армии Великобритании постепенно создавался танковый корпус. Его командир, бригадный генерал-майор Хью Эллис, выбрал для демонстрации технической мощи район французского города Камбре, где была сухая меловая почва. Командир первого в истории танкового корпуса сумел убедить штаб главкома Хейга в необходимости массированной танковой атаки, тем более, что сражение при Пашендейле лавров англичанам не принесло. 324 танка были готовы принять участие в атаке немецких позиций в районе Камбре. «Завтра корпус получит возможность», – заявил 19 ноября генерал Эллис, – «осуществить то, чего дожидались много месяцев – продвигаться при хорошей проходимости в авангарде».
Однако главную роль в развитии танкостроения у союзников сыграл легкий французский танк «Рено». Основной танк, состоявший в 1918 и 1919 годах на вооружении французской армии и поставлявшийся союзникам в Белой армии. Во-первых, новыми были вращающаяся коническая башня, а в ходовой части подвеска и форма гусениц. Во-вторых, пулемет или 37-миллиметровая пушка располагались во вращающейся башне, и противника теперь можно было поражать не только по курсу движения. Маневренность огня резко возросла. Наконец, броня выросла до 16 мм, возросла проходимость за счет новой формы гусениц, сократился экипаж и уменьшился вес нового танка, который произвел буквально настоящую революцию в танкостроении. Перед началом английского наступления в роте немецкого лейтенанта Эрнста Юнгера в строю оставалось всего лишь 87 человек. Но опыт войны этих солдат и состояние боевого духа были весьма высокими. Танки могли стать для них неожиданностью, но не решающим. Германская армия по-прежнему была сплоченной, хорошо обученной и в профессиональном смысле превосходила своих противников. Война, между тем, прибавляла в жестокости. «Немецкий летчик поджег английский привязной аэростат», – отмечал Юнгер, – «и наблюдатели выпрыгнули из него с парашютами. Летчик еще покружил немного вокруг парящих в воздухе, обстреливая их трассирующими пулями, и это было знаком того, что война становилась все более безжалостной». В ошеломленной России возобладал внутренний враг – большевизм. 7 ноября власть в стране перешла в руки ленинской партии кондотьеров-наемников. После этого переворота в России началось самое страшное – сознательное попрание образа и подобия Божия в человеке. Отныне нравственный христианский подход и оценка событий и поступков с моральной точки зрения перестали существовать. Лучшие люди того времени находились в окопах. Большевики использовали энергию худших в тылу, натравливая их на традиционные ценности русского народа. Возник один из мыльных пузырей нашей истории, когда новое принимается за лучшее и светлое. Дезертиры и мародеры, провокаторы и предатели, как саранча, уничтожали одно за другим тучные поля Российской империи. Дьявольскому остракизму в первую очередь подверглась армия. После захвата власти большевиками им прежде всего было необходимо выполнить свое главное обещание – прекратить войну. Декрет о мире был принят уже 6 ноября 1917 года, но ликвидировать громадный русско-германский фронт без аннексии и контрибуции было очень и очень трудно. Дисциплина в российской армии давно уже не существовала, но в данный момент солдатская масса начала выходить уже из-под контроля большевиков. 23 ноября Ленин подписал декрет о постепенном сокращении численности армии. Он был так плохо и небрежно сформулирован, что в армии началось еще большее брожение. Во-первых, постепенности никто не хотел, а те редкие служаки, которые еще оставались в армии, они вообще выступали против демобилизации. На фронтах воцарился хаос, и австро-венгерское командование, которое давно уже мечтало вывести Россию из войны и перебросить все боеспособные войска на Запад, теперь уже решило, что можно заключать и локальные перемирия на фронтах без участия большевистского правительства. Первым перестал воевать еще 27 ноября Северный фронт. Затем было заключено перемирие 4 декабря на юго-западном и западном фронтах. Румынский фронт перестал воевать 9 декабря, а Кавказский – 18 ноября. Таким образом, никакой революционной войны большевикам вести не пришлось, а самочинная демобилизация, дезертирство деградировавшей армии продолжалось. Банда дезертиров с оружием в руках растекались по бесконечному пространству Российской империи, бесчинствовали, грабили и убивали. 20 ноября 324 английских танка двинулись в сторону германских позиций в районе города Камбре.
В течение 4 часов колонны танков при поддержке пехоты почти без потерь преодолели более 6 километров немецкой обороны в глубину на обоих флангах. Но в центре немецкий выступ взять не удалось. На этом участке германские пулеметы ударили под днищем танков, и сразу 27 машин загорелись и были оставлены экипажами. Первый испуг от нашествия сотен бронированных чудовищ у германцев прошел. К тому же эскадрильи Манфреда фон Рихтгоффена в течение нескольких дней завоевали господство в воздухе, сбив почти все британские самолеты вокруг Камбре. 27 ноября немецкое командование решает начать контрнаступление. На следующий день англичане понесли большие потери от химических снарядов, а 30 ноября контратаки немцев ликвидировали успех британского танкового корпуса, а кое-где захватили участки английских позиций. В итоге и после впечатляющего танкового прорыва сражение при Камбре завершилось в ничью. Противники понесли равные потери, примерно по 45 тысяч человек. В английский плен попало около 10 тысяч немцев, а в германский 6 тысяч англичан. Безвозвратно было потеряно и 184 танка. Последний главнокомандующий российской армии генерал Николай Николаевич Духонин 9 ноября в разговоре по прямому проводу с Петроградом получил категорическое требование Ленина немедленно прекратить боевые действия и начать с Германией переговоры о мире. Духонин отказался исполнить этот приказ. Тогда совнарком снял его с должности и на место главкома издевательски назначил прапорщика Крыленко. Генерал Духонин под свою личную ответственность освободил арестованных в Быхове генералов Корнилова, Деникина, Маркова и других будущих руководителей Белого движения, которые разными окольными путями уехали на Дон. На следующий день Николай Николаевич Духонин был арестован в Могилеве местным советом, а 3 декабря зверски убит толпой матросов и солдат на перроне Могилевского вокзала. Писатель Василий Розанов в письме издателю Сытину. «Иван Дмитриевич, дорогой, близкий моей душе русский человек, душа и гигант печатного дела, как же это мы просмотрели всю Россию, прогуляли всю Россию, делая с нею точь-в-точь то же самое, что поляки когда-то в смутное время, в 1613 год». В декабре заканчивалась оборона русского Вердена, городка Сморгонь Гродненской губернии. Вокруг Сморгони оставались десятки воинских кладбищ второй русской армии. Вот на этом находили упокоение умершие от ран при 17-м лазарете 29-й пехотной дивизии. «Кто в Сморгоне не бывал, тот войны не видал», — говорили солдаты русской императорской армии. А вот кто повидал войну в районе Сморгони. В октябре 1915 года здесь был ранен пулеметчик Родион Малиновский, будущий маршал Советского Союза. Другой маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников в 1917 году здесь командовал 16-м Менгрельским гренадерским полком. А одним из батальонов этого 16-го Менгрельского гренадерского полка командовал штабс-капитан Михаил Зощенко, который прославился здесь своим мужеством и умелым командованием батальона. В 64-й батарее здесь воевал артиллерист, вольно определяющийся Валентин Петрович Катаев, а ефрейтор-корректировщик 25-го авиаотряда Степан Красовский стал впоследствии маршалом авиации в Советском Союзе. Госпиталем здесь заведовала Александра Толстая, дочь Льва Николаевича Толстого. Она оставила жуткие воспоминания о немецких газовых атаках. И все, кто здесь воевал, те, кого я перечислил, написали воспоминания, в которых Сморгонь представлена одним из самых героических и славных городов Великой войны. В конце ноября германский генерал Людендорф направил секретное письмо военному министру Турции Энвер Паше.
Генерал благодарил турецкого лидера за упорное сопротивление против союзников по Антанте и, анализируя положение на Ближнем Востоке, предупреждал Турцию об английской опасности и о том, что в ближайшее время Россия выйдет из войны и будет не способна защитить свои южные рубежи. Ближневосточный театр военных действий в 1917 году был откровенно периферийным. На Кавказском фронте стояло затишье, и главной проблемой была проблема подвоза продовольствия и фуража на передовые позиции. Боеспособность войск оставляла желать лучшего. В начале 1917 года в Месопотамии англичане провели ряд успешных наступательных операций. В частности, в районе Кут-эль-Амара, это в долине реки Тигр. Англичане отбросили турецкие войска, которые не смогли удержаться на своих позициях, отбросили к Багдаду, и 11 марта англичане вошли в Багдад. В то же самое время, в начале марта, в Персии весьма успешные наступательные операции проводил русский корпус генерала Баратова, который нанес поражение 13-й турецкой армии и взял под контроль практически весь район Керманшаха. Английские войска вели боевые наступательные действия, операции и в Палестине. И если поначалу это были лишь отдельные тактические успехи, то вот уже осенью 1917 года палестинская армия англичан, в составе которой воевали и французы, нанесла серьезные поражения армиям под командованием генерала Фалкенгайна. В ноябре англичане взяли Яффу, а в декабре пал Иерусалим. Но, оценивая ситуацию на этом театре военных действий, хотел бы еще раз акцентировать то обстоятельство, что этот театр военных действий все же был второстепенным, и победы, одержанные на Ближнем Востоке, не оказали сколько-нибудь серьезного влияния на общий ход войны. Эти победы имели в первую очередь позитивное моральное значение. Русским корпусом, воевавшим в Персии и Месопотамии, командовал генерал от кавалерии Николай Николаевич Баратов. Одержал ряд заметных побед над турецкими войсками в 1915-16 годах. Не имея постоянной линии фронта, корпус генерала Баратова оперировал в Персии, контролируя огромную территорию. После Октябрьского переворота Баратов жил в Индии. В августе 1918 года был назначен представителем добровольческой армии в Тифлисе при правительстве Грузии. Через год в его машину террорист бросил бомбу на улице Тифлиса, и боевой генерал лишился ноги. В эмиграции Николай Николаевич Баратов занимался проблемами русских военных инвалидов. Умер в Париже в марте 1932 года, похоронен на кладбище Сен-Женевьев. Один из главных мифов, связанных с историей революции, заключается в том, что так называемый «красный террор» начался якобы лишь только осенью 1918 года, был направлен против имущих классов в ответ на их контрреволюционные выступления. Такой миф нам навязывался десятилетия, еще со школы, хотя сам пафос большевистского переворота, смысл социальной утопии и ее насильственная реализация партии Ленина и Троцкого предполагали ликвидацию, то есть физическое уничтожение, убийство, духовенства и дворянства, казачества и купечества, почетных граждан и наиболее хозяйственной части крестьянства, офицерства и интеллигенции, активной части православных мирян и старообрядцев, а также буддистов, протестантов, католиков, в общем, в целом наиболее развитой, умной, свободной и самостоятельной части и русского народа, и российской нации в целом. Не сразу, конечно, и даже, может быть, не в одно десятилетие, но в ближайшей исторической перспективе.
Об этой перспективе в полной мере свидетельствовал один из самых страшных и, к сожалению, ныне прочно забытых декретов Ленина. 7 декабря 1917 года Совнарком издал так называемый декрет о судах. Это было уничтожение всего положительного опыта, накопленного российской юстицией и русским обществом, особенно со времен великих реформ императора Александра II. Начинались узаконенные властью Совета народных комиссаров преступления против жизни, здоровья, имущества, прав и собственности российских граждан. Упразднялись окружные суды, судебные палаты, правительствующий сенат со всеми департаментами, военные и морские суды, арбитраж. Исключались из текущей жизни институты судебных следователей, прокурорского надзора и адвокатуры. Уничтожались суды присяжных, приостанавливалась деятельность мировых судов. Право формирования судебных органов предоставлялось местным советам, избиравшим революционные трибуналы для подавления любого сопротивления. Философ и артиллерист Федор Степун отмечал: «Вчера в Брест-Литовске открылись мирные переговоры. Каковы бы ни были их результаты, армия большевикам не простит, потому что большевики у каждого солдата и каждого офицера украли их мечту о мире, как о праведном избавлении от ужаса и насилия войны, о мире, как о часе возвращения всего мира в разум истины и справедливости, о мире, в котором согласно забьются все русские сердца, в котором обнимутся на фронте солдаты и офицеры, в котором безмерное счастье превратит всех людей в друзей и братьев. Но что за дело некоронованным самодержцам революционной России, наезжим эмигрантам и тыловым прапорщикам до священной мечты русского солдата о светлом и великом дне замирения? Что им за дело до того, что наша Родина превращается для многих из нас в чужбину?» 18 ноября Всероссийский поместный собор восстановил патриаршество в Русской Православной Церкви. Патриархом московским и всея Руси был избран митрополит московский и коломенский Тихон Белавин. Интронизация патриарха состоялась 4 декабря 1917 года в Успенском соборе Кремля. Православная Церковь, к несчастью для России, встретила смуту 17 года, не имея духовного лидера. И появление иконы Божией Матери Державная и избрание патриархом Тихона стали знаком того, что поруганной и убиваемой России суждено сохраниться только в глубинах церкви и православного духа. Святитель Тихон заметил: «Патриаршество восстанавливается на Руси в грозные дни, среди огня и орудийной смертоносной пальбы. Грех растлил нашу землю. Очистим сердца наши покаянием и молитвой». 8 декабря 1917 года в России проходят выборы в учредительное собрание. Власть большевиков еще ограничена столицей. О них мало знают провинции. Поэтому чем дальше от Петрограда, тем у большевистских кандидатов меньше шансов быть избранными. Самые, надо сказать, привлекательные лозунги были выдвинуты эсерами. Они обещают немедленно отдать землю крестьянам. Надо сказать, что социальная демагогия на этих выборах одерживает уверенную победу. Социалисты-революционеры и примкнувшие к ним меньшевики получают 62% депутатских мандатов в учредительное собрание. А вот большевики всего 25% – это ничтожно мало для того, чтобы сохранить власть. Остальные осторожные партии получают 13%. Но горе победителям, они не получат ничего. Большевики готовы идти ва-банк. И главное для них сейчас – это прекращение войны для того, чтобы использовать одураченного человека с ружьем на внутреннем фронте. Первого ноября 1917 года в российской армии числилось явных и скрытых дезертиров более чем 2 миллиона человек. 21 ноября советское правительство направило послам Великобритании, Франции, США и другим участникам войны ноту с предложением о перемирии на всех фронтах. 28 ноября ленинский совнарком заявил о начале сепаратных переговоров с Германией. 30 ноября военно-революционный комитет 10-й российской армии приказом номер 6 запретил открывать огонь по противнику.
6 декабря в канадском порту Галифакс столкнулись транспортные суда «Монблан» и «Дартмут». На «Монблане» находились несколько тысяч тонн взрывчатых веществ. Страшный взрыв разрушил город. В Галифаксе погибли более 1600 человек. 7 декабря Соединенные Штаты Америки объявили войну Австро-Венгрии. В ночь на 10 декабря итальянские торпедные катера проникли в гавань Триеста и атаковали торпедами австрийский броненосец «Вин», который перевернулся и затонул. 22 декабря в Брест-Литовске центральные державы начали переговоры о мире с делегацией Советской России, которую возглавлял нарком иностранных дел Лев Троцкий. 31 декабря 1917 года численность американского экспедиционного корпуса в Европе составила 9805 офицеров и 165080 солдат. К концу 1917 года германский флот имел в своем составе 169 подводных лодок. В течение года немцы потеряли 72 субмарины, а на верфях были построены и вступили в строй 103 лодки. Таким образом, Германия вполне успешно замещала свои потери и даже наращивала свой подводный флот. В ноябре немецкие подводники потопили суда общим водоизмещением 607 тысяч тонн. В декабре эта цифра возросла до 702 тысяч тонн. Интересно, что ни один транспорт, перевозивший в Европу американских солдат, не был потоплен. Американцы организовывали проводку этих судов скрытно и с большим чувством ответственности. На Балтике после прихода к власти большевиков продолжали воевать только английские подводные лодки флотилии под командованием Фрэнсиса Кроми. С началом зимы и появлением льда в Финском заливе англичанам в Гельсингфорсе угрожала опасность. Германская делегация в Бресте потребовала от ленинцев не только сдачи Балтийского флота, но и задержания в своих портах союзных боевых кораблей. В далеком Тобольске в ссылке жила царская семья. 16 ноября в семье отметили день рождения старшей дочери. Великой княжне Ольге Николаевне исполнилось 22 года. Узнав о заключенном большевиками перемирии с врагами, государь Николай Александрович записал в дневнике: «Подобного кошмара я никак не ожидал. Как у этих подлецов-большевиков хватило нахальства исполнить их заветную мечту, предложить неприятелю заключить мир, не спрашивая мнения народа, и в то время, что противником занята большая полоса страны». Великая война для России закончилась полной капитуляцией и отказом от всех военных и дипломатических завоеваний. Побед больше не будет, а поражений сколько угодно. После озвученного Львом Троцким лозунга «Ни мира, ни войны» германские войска начнут беспрепятственную оккупацию российских земель. Но это будет уже в следующем, 1918 году. А в конце года 17-го у российской армии не было друзей, не было союзников и сторонников. Внутренний враг, большевистская власть, боится армии и поэтому призывает к ликвидации фронтовых и армейских управлений. Внешний враг, Германия и ее союзники радуются самоубийству своего некогда грозного противника. Какую же трагедию испытали в душе доблестные бойцы русской императорской армии, 3,5 года исполнявшие воинский долг на фронтах. Никто не оценил их жертвенность и бескорыстие. К декабрю 1917 года только один род войск находился в относительном порядке. Российские военно-воздушные силы имели 2200 самолетов. Это была четвертая по численности эскадра в мире. При этом Россия обладала преимуществом в тяжелых бомбардировщиках и в гидроавиации. Русские ассы пользовались заслуженным уважением и союзников, и противников. Иван Смирнов родился в многодетной крестьянской семье, добровольцем вступил в армию, в пехоте успел получить за храбрость солдатского Георгия 4-й степени. После тяжелого ранения учился в Гатчинской авиашколе. На фронтовом счету Ивана Смирнова 10 сбитых им лично аэропланов. После прихода к власти большевиков Смирнов выходит в эмиграцию и служит пилотом нидерландских королевских авиалиний, первым проложившим рейс Амстердам-Индонезия.
Во Второй мировой войне русский ас летал на транспортных самолетах, был сбит японскими истребителями и чуть не погиб. После войны Иван Смирнов продолжал служить старшим пилотом голландских авиалиний. Умер Иван Васильевич Смирнов 28 октября 1956 года в городе Пальма-де-Майорка. После Октябрьского переворота из 226 георгиевских кавалеров русских авиаторов большевикам служили только 65. Из них 10 перелетели на сторону белых или на сторону других противников советской власти. Для предотвращения перелетов и бывших офицеров русской авиации Троцкий осенью 1918 года приказал брать в заложники членов семей летчиков. Однако и оставшихся авиаторов георгиевских кавалеров, служивших большевикам, судьба была весьма-весьма грустной. Более половины из них были уволены из рабоче-крестьянской Красной армии еще до 29 года, а из оставшихся более половины репрессированы в период с 33 по 39 годы. Судьбы 20 лучших русских асов Великой войны сложились так. Погибли в годы Великой войны 11 человек, более половины. Служили в белых армиях четверо, из них один погиб, это был полковник Казаков. И, наконец, служили в авиации у союзников и оказались в других странах 5. А вот русских асов, которые бы служили большевикам, мы не нашли. Офицеры и генералы русской императорской армии, осознавшие всю глубину крушения Отечества, всеми возможными путями пробирались на Дон, в Ростов и Новочеркасск, где они надеялись продолжить борьбу за Россию. 15 ноября была основана добровольческая армия. Ее основатель генерал Алексеев в беседе с офицерами говорил: «В исключительно тяжелую пору собрались мы сюда. Никогда в историческом прошлом России наша Родина не переживала того горя, унижения, нравственного падения, как ныне. Никогда государство полное казалось нравственной мощи, физической силы, не растрачивало так быстро своих культурных богатств, накопленных нашими предками, дедами и отцами, как мы». В начале декабря в Новочеркасске появились быховские узники, генералы Корнилов, Марков, Деникин и другие. Летом 1917 года известный русский художник Василий Шухаев начал работу над большим полотном «Портрет одного полка». Закончить картину Шухаеву не удалось. Трагическая действительность обгоняла замыслы художников, и самих русских полков осенью уже не стало. Современный художник Виктор Васильев оставил наших воинов Великой войны в блиндажах навсегда. Тьма меня задушит в декабре. В декабре я перестану жить.